сейчас не нарушаю. В данный момент? Ну, слава Богу. Я должен стоять просто об этом. Чтобы заплатить это. Ну, я понимаю. Я понимаю. В общем, я должна стоять на месте и сидеть на месте. Сидеть я могу каждый день. Я ничего не нарушаю. Ну, как не передвигаться? Я же могу сходить в туалет. Так, раз, вернули его, все. Чтобы мне с ним ходить, потому что это уже сам. С ним ходить я не могу, я ходить должна без него. Все, вопрос есть ко мне какие-то? Нет. Телефончик я вам дал, все. А я его все равно забыл, у меня память такая, знаете. 02. Вот 02 знаю. Это не сложно, да? Да. Все, тогда спасибо, если что, какие-то вопросы, то еще я вам еще подъеду. Приходите. Конечно. Приходите. Подъедете куда, домой, что ли? С каталажечкой. Зачем сказал? Вот, у вас какое-то изначальное отношение. А у нас 37-й год. Там пошлют в администрацию. У нас 37-й год никто 17, не отменял. 17-й сейчас год. Так, ну и что? Не забывайте. Милиция это как? А мне нельзя сменить? А мне вон там, а меня там ждет администрация. Я сюда сейчас верю.